Принцесса Луиза бедна. И стара. Ей 23 года. С Новым годом, Ваше Величество! А я думаю, что в своем амурном списке разве что меня нет. Смущен. Тебе нравится Екатерина Алексеевна? Она прекрасна. Вожделел ее. А меня вожделел. Ну, хотя бы в мыслях. Грешит, Ваше Величество. Я не хотел, что... Врешь, конечно, но приятно слышать. Садись. Разве возможно так отвечать? На этакий вопрос можно. Если я вас спрошу, откуда рытвины на вашем лице, которые вы так усердно стараетесь скрыть под толстым слоем пудры? Как вы ответите? Гуччи флип-флопс, фэки, хитчи, бичи, массаж. Если я стану императором, я объявлю войну Дании. А почему Дании? Россия и Дания – вечные союзники. Русские никогда не воевали с датчанами. Я знаю датчан. Мой воспитатель был датчанин. Это жестокие и коварные люди. Их всех надо уничтожить. Скажите, да он? Да он! Будь я девицей, я бы не пропустила такого бравого солдата. Я бы не упустил такой девицы. Вичи будет твоей первой. Клей их под группы нервы. Сука, у меня есть цели. Больше денег, больше девок. У вас на губах кровь. Это говорит о том, что в теле слишком много крови. Безумно можно быть первым. Безумно можно через... Прочь! Не входите. Пошел прочь! Тетушка, я требую меня принять! Оставьте его. Но я прошу. Нет. Я требую! Оставить мне собак! Ты ведешь себя как мальчишка. Пора взрослеть, Петр Федорович. Она себе шоколадку купила, гадина. Взяла сама шоколадку. А я шо робить? А шо, мені їй дивіться, як вона їсть шоколад? Я теж, може, хочу шоколад. Задоволила мені. Мені дуже шоколад. Мені дуже шоколад. Я дуже хочу шоколад. Мені так плохо. Хуйово. Одиноко. Ебало. Без тебя. Без тебя. Без тебя. Наебал. А ты что думаешь? Я долго терпеть буду. Ну я же терплю. Вы отняли у меня сына, а я улыбаюсь вам. Кланяюсь, слова говорю вежливо. Вы отняли у меня все. Делать.